Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Энгрей. Надеюсь, ваша душа станет немножко теплее с игрой Romance of the Three Kingdoms, девятая часть. Ох, это первая часть, с которой я познакомился. С этой серии, собственно говоря, в которую я начал играть. Довольно активно, мне она сразу же понравилась, мне всегда нравились стратегии. Это было в эпоху PlayStation 2, в общем-то, в версию для PS2 мы, в общем-то, с вами и собираемся играть. К несчастью, конечно, эмулятор не очень корректно отображает всю карту. Не вижу, кстати, не вижу здесь сценария Варлорды. Давайте попробуем тогда вот этот выбрать. Да, и эмулятор совсем некорректно показан. Не могу понять, кого тут. А вот так, наверное, проще будет кого-то выбрать. Цао-цао. Офицеров, конечно, до чертиков. Любяо много, Юаньшао тоже. Матенг. В общем, давайте за Юаньшао попробуем. В целом, я никогда за него не пробовал играть. Так, в общем, вроде как выбрали. Печаль, что эмулятор не очень корректно все, конечно, показывает. Как обычно бывает небольшой ролик, рассказывающий про историческое, про события, которые были в те времена, в которые мы собираемся играть. Дон Джоу тут уже пал. Так, в общем-то, и сам Лубу, по идее. Или нет? Да, в общем, много я играл именно вот в эту девятую часть. К счастью, она была на русском, потому что на английском я в те времена вообще бы не смог играть. Ох, блин, да, как же здесь все плохо из-за эмуляции. Сама карта здесь выглядит достаточно так себе в плане визуала. Ну, как бы некое подобие псевдо 3D, то что якобы вот города объемные. А, кстати, непонятно почему. А, тут у всех, кстати, флаги. Очко. Это Сун Цэ, у него почему-то флаг какой-то фиолетовый. Ну, видимо, да, тут еще проблема с цветами. У всех остальных флаги каких-то цветов непонятных. Так, ну у нас три города. Вот один из них, Нанпи. Его еле-еле видно. Фацилити. Также патруль можно выставить. Я вот... в эту игру можно было играть с другом, с одного, скажем так, ну, с консоли.
И вот я друга постоянно уламывал в нее сыграть одного своего, который в итоге, конечно, задолбался в ней играть. Но знаете, вот когда мы с ним играли, всегда основная стратегия у нас была это выполнять поиск в городах, потому что мы находили таким образом тогда офицеров, ну и, собственно, забирали их себе. И вот это основная такая тактика была. Я просто не очень вижу. Из-за того, что менюшка работает... Визуал очень корректный. Дипломатия, команды. Да, не могу найти, где здесь поиск вообще. Трейд. Фермы. Defense for War. Драфт. Дриль, кстати, вот также здесь есть. Buy Shell. Так, милитари. Марш. Транспорт. А вот поиск. Вот поиск. Причем можно искать не обязательно в своем городе, можно искать и в каком угодно. Здесь также стратег говорит, что типа, да, вы что-то можете условно найти. И всегда, кстати, вот было довольно интересно. Во вражеском городе-то мы не можем искать, но всегда вот было интересно отправлять нейтральные города, которые никем не заняты, подобие вот этого. Да, мы можем кого-то отправить, и этот кто-то может что-то найти. И вот такая вот была одна из основных тактик по поиску хороших офицеров. Мы как раз начинали играть вот с подобной карты. Даже, возможно, это она и была. Просто сейчас уже и не вспомню. Но помню, как мы пытались находить Ганнинга. Это вообще была одна из основных таких затей. Так как у Сунце здесь достаточно-таки небольшое количество офицеров. Ну и начинать, само собой, мы всегда начинали играть либо за Сунце, либо за Любея. Они всегда для нас были основными такими. Ну, в принципе, я думаю, неудивительно. Я, конечно, как-то и за Лубу пытался вроде бы играть, но маловато у него все-таки офицеров. Сам-то он крутой, спору нет. Нет, я еще не закончу тут. На самом деле очень много пустых городов. Ну, обычно я, конечно, создавал, опять же, этих офицеров, так как мне не сильно не нравилось то, что тут много пустых городов. Мне всегда стратегии, знаете, чем мне они всегда нравятся? Вот массовостью, вот ощущением, что, так сказать, огромное количество... Огромное количество вот этих вот солдатов, генералов. Да, вот тут, кстати, мы наняли солдат. К слову, тоже нам это нужно сделать. А через кровавый шутав. Если не ошибаюсь, можно троих отправить на этот дерьмо. Больше можно. Тогда и не очень. 22 000. Так, что по поводу фарма? Какой-то рейд выбрал, но не очень понимаю, что он значит. Так, тут у нас офицеры вроде бы кончились. Ну, давайте займемся фермами, так как пища всегда нужна. Всегда весьма она важна. Мув ничего не за кала. Кала-то, видимо, нанять кого... А, нет, вот employee.
Только один свободный офицер. Ну, кстати, у него очень хороший интеллект и политика. А у нас, в принципе, оказался человек, который может его нанять. Так, можно также потренировать тактику с лошадьми. А, вот румор, кстати, есть, то бишь понизить мораль других войск. Точнее, тут нужно было именно каждого офицера отдельно понижать мораль, видите, да? Репутация плюс у каждого есть своя. Давайте на Лиужаня тебя направим. Не факт, что у тебя получится, но просто ради интереса. Дипломатия. Подарить подарок, сделать некий запрос. Допустим, Цао-Цао. А, мы можем попробовать попросить его напасть на кого-то. Тут нужна политика, у нас политика никого нет. Давайте просто для того, чтобы посмотреть на сценку, вот это сделаем. А на оставшиеся ребята пускай у нас наймут людей. Вот на этом закончим. Да, вот такая экшн-фаза здесь уже, видите, вот движется некая полоска. Тут какие-то события происходят, но нам особо о них не говорят, Юань. А, кстати, Цао-Цао пришли, сейчас мы видим сценку. Я уже и забыл, как они выглядели, ах, вот как. Ну, теперь сразу вспоминаешь, да. Мы просим здесь Цао-Цао напасть на соседний город. Армия Чен Лио. За 1920 голды он согласен это сделать. Кстати, можем принять. У нас есть деньги, мы оплатили это нападение. Согласитесь, вот функция в 11 части, которую играю, была бы очень крутая. Да, мы потеряли деньги. При этом увеличили наши отношения. Поиски разных офицеров неудачные в основном. Вот стратегическая фаза. А нет, только пятерых можно все-таки, допустим, ну, на найм людей, чем, в общем-то, я и занимаюсь. Ну, кто знаете, когда ты уже знаешь, на самом деле, что стоит делать, ты уже не клацаешь рандомно, а уже конкретно вот выбираешь то, что хочешь выбрать. Разумеется, да, одним из основных это был найм людей. Первыми заняться мы не можем почему-то. Найм людей, в первую очередь найм офицеров. Тоже фермы пока никак. Вообще ничего. А, у нас голды 0. Так, вот это тогда интересно. Я потратил все деньги на Цао-Цао. Отправлю сюда всех на поиски, они, может быть, найдут что-нибудь. Тогда ход пока закончим. И, кстати, если Цао-то пойдет воевать. Мы дали ему денег, но он не стремится к нападению.
А, вот, кстати, мы нашли наконец-то офицера. Ганминга именно нашли, ё-моё. Тут, конечно, ни стат, ничего не посмотреть, печально, но это Ганнинг. И он вступил в наше войско. Вот для старта, конечно, такие приобретения подобных офицеров. О, Лю Куанг, кстати... Вот, кстати, у некоторых офицеров небольшие события. Лю Куанг для фермеров помогает убить тигра. Ну, точнее, мы можем его отправить. Мы видим его, допустим, в, ну, вар 64. Это очень маленький. Ну, пускай попробует. Я так понимаю... А, или у него удалось, он получил хэви... В общем, какой-то предмет, кажется, ему подарили. А кто у нас вообще здесь противники? Да, совсем, конечно, интерфейс. Совсем корявенький. Это Гон Сунзан, если я не ошибаюсь. Ну, давайте пар... А, мы пару ходов-то не можем потратить у нас. У нас полностью денег нет ни на что. Попробуем тогда всех офицеров на поиски во всех городах. Тут, кстати, также важно вот в этих портах искать то также, потому что и там могут они что-то найти. Например, вот выберем этот порт. Ну, то бишь, предмет также офицеры могут спокойно найти. Так как у нас на данном... Хотя, кстати, в этих портах-то... Тут, кстати... Блин, я и забыл. Тут могут быть деньги. Они же пока что нам принадлежат. Давайте как раз персонал. Move. Target. Сюда. Вот ты отправишься. Остальных я просто отправлю на search. В этом городе. Достаточно много у Юань Шао, конечно. Офицеров. Ну, сейчас, наверное, еще до какого-то момента никто не будет ни с кем воевать. Как видите, в основном поиски, конечно, заканчивались неудачами. Но вот немного голды все-таки наши нашли, так как мы очень много отправили офицеров. Тут что-то уже... Какая-то помощь путешественнику. Давайте попробуем. По коду удалась помощь. Хорошо. Так, судя по всему, был новый сезон. Карта немножко подизменилась. Watch your orders. Да, нам денег немножко пришло. Так, кстати. Здесь у нас должен офицер быть теперь. Military. Давайте транспорт. Офицер. В городах мы всегда, кстати, оставляли минимальное количество людей. А, то бишь денег здесь нету в этой части. Может, только именно людей. Вот, кстати, как выглядит то, как он будет идти сюда, по вот этим вот точечкам. Выбрали мы дальнего тактику. Вот, кстати, видите, кто-то здесь... Чего-то я не могу посмотреть, кто здесь находится из-за, опять же, эмулятора. Но он 20 тысяч... Кстати, это ж Цао Цао. Возможно, он наконец-то пойдет воевать с Чин Лео. Вот он направил войско в 20 тысяч. Как раз. Мы тоже давайте себе надрафтим людей. Да, за 500 где-то монет. Тут почему-то у нас в городе никто не вернулся. Кстати, есть возможность фермами заняться. Давайте это сделаем. Здесь
Германии как... Тут, на самом деле, менее важные, конечно, были, но важности... Ну, мы тогда не сильно, на самом деле, на них обращали внимание. Само собой, по возможности, мы их пытались прокачивать. Так, я бы хотел за Цао Цао последить. Бои здесь происходят, они сразу происходят на основной карте. Видите, в виде таких вот армий. Здесь, кстати, вот эти вот станы, их можно делать заранее. То есть, видите, его войско вышло, на него навели стан, и оно уже возвращается обратно. Но через какой-то момент, само собой, оно пытается вернуться, ну, опять, скажем так, вернуться в битву за счет времени, которое как раз дается на экшен-фазу. На фазу войны. Вернулись с поисков. Самое основное, конечно, всегда стратегия, опять же, кстати говоря, была, это из... ну, из этих портов забрать войска. Потому что 3000 на земле, само собой, не валяются. Я думаю, это довольно понятно. Особенно с учетом, что вначале нужно как можно быстрее агрессировать, захватывать города, потому что, ну, ты всегда хочешь все-таки, скажем так, быть лидирующей силой. Правда, почему-то 1000, поэтому, в общем, трогать ее смысла не вижу. А тут 13. Это, кстати, наше? Нет, нет, не наше. Хочу вот здесь надрафтить, чтобы все-таки повоевать. У нас тут и Ганнинг появился. Так что это весьма, на самом деле, неплохо. Давайте также моралькой займемся. Ну и закончим. Сейчас опять, кстати, вернемся к Цао Цао. И будем за ним наблюдать, как все-таки он выдвигается. Я сомневаюсь, что он именно на стену идет такой армией. 35. Вот. Офицеры всегда какие-то сообщения порой говорили. Но медленно, само собой, воины все эти тоже довольно медленно притекают. Я думаю, это последний драфт, после которого мы сами пойдем воевать уже. Да, 47 тысяч у нас стало, нормально. Еще раз также прокачаем мораль. Кстати говоря, транспортники. В принципе, можно на самом деле и всех забрать. В целом, оставить, конечно, кого-то, ну, это большой пользы нам не даст. Потому что там сотни человек в целом ничто не защитит. Да-да, но ведь все-таки через какое-то время... Все-таки то, что мы заплатили Цао Цао, он направил свои силы. Вот так вот, в общем-то, и происходили бои. Мы далее практически никак тут не можем уже командовать. Только единственное, что можем заставить отряд отступить, скажем так. Это единственное, что мы можем сделать. Что ж, давайте теперь сами попробуем повоевать. Выбираем марш офицеров, также... Да, вот. Выбираем всех по войне. Также пятерых можно в отряд. Офицеров мы выбрали. Видите, тут еще есть формация, но на самом деле не до конца было всегда понятно, насколько она важна.
Также можно было каждому тактику выбрать, которую он мог применить рандомно в бою. Опять же, выбрать, кто стоит сзади, кто спереди. Ну, допустим, пускай Ганнинг стоит спереди. Ну и сколько войск мы отправляем? Допустим, 20 тысяч. Корабль выдать, если у нас был, чтобы на воде было лучше сражаться. В общем, на кого мы нападаем? Нападаем мы на вот этих ребят. Тут выбираем, что для нас более важно. Атака. Отступление, типа при каких условиях мы будем отступать. Персют, я уже не помню, что значит. Second turn. В общем, begin march. У нас, конечно, осадки здесь, я так понимаю, никакой нету. Несчастье. Давайте еще небольшой отряд направим. Тысяч. Ну и небольшое подкрепление еще давайте отсюда. Билд. Или нет? А что значит билд? Я просто уже даже не помню, что это значит. Структура. А, это как раз вот мы можем строить что-то на карте. Заграждения различные, стены, лагеря, разные виды лагерей. Но нет, нам это не нужно. Давайте марш. Здесь три крутых офицера. Формация крылья. Войска. Ну давайте 10 тысяч. Идти довольно далеко-то. Играет с таким преимуществом. Race rate, rumor. А, тут сразу можно и в меню города закончить ход. Довольно интересный момент. Ну, если один город, то это, конечно, логично. Если не один, то весьма забавно. Матенг has declared war on... Матенг джанглу войну объявил. Ну, в общем-то, вот наши войска выдвигаются. Цао-Цао принял наш реквест, пишут. Ну, мы, в принципе, и так это знаем. Видите, у него тут и катапульты уже есть. Ну, то бишь, у нас, конечно, нападение будет такое, я просто уже совершенно не помню, где нужно закупать все это оборудование. И с учетом, что, конечно, к несчастью, эмулятор весьма довольно плохо показывает менюшки в игре, из-за этого вот так вот. А вот так вот выглядит вот типа вот битва между отрядами. Вот эти вот цифры, всегда, знаете, с дрожью ты наблюдал за ними. Как вообще вот все это произойдет. Сколько потеряют. Эти нас тут обкидывают валунами. Ну, кстати, вот анимация это как раз и есть тактики, которые применяются в бою. Видите, даже пишут Гонсун Фан Юнит Волей. Это есть тактика. То есть, помимо того, что они вот просто сражаются на карте, это и есть применение вот тактик. Они вот как визуально вот так вот показывались. Ну, делать особо больше ничего не буду. Хочу просто посмотреть на шансы наших победить.
Скорее всего, они, конечно, должны быть, но думаю, что даже с уничтожением этого лагеря весьма проблематично. Даже не проблематично, а уже нереально 27 тысяч одолеть. То есть тут все-таки нужно именно осадное орудие обязательно подскупить. Жао Юн, кстати, еще тут до сих пор на Гонсунзана служит. Протек нам советует что-то в Пиньюане сделать. И вот, наконец-то, видите, тактика волей со стороны нашего отряда. Это тактика лучников. Наконец-то за бой первый раз наш отряд именно принял тактику, но, надо сказать, довольно слабенькую. Да, и обороняется там Жао Юн. А это весьма и весьма неприятный противник для нас. Мораль, кстати говоря, когда доходит до конца, то все, отряд тут же отступает. Но Жао Юн просто, конечно, мастер. Он волей нас просто здесь насилует. Уже и 1400 выбил, как вы можете увидеть. В общем, говорит, что золота не хватает нам. А, милитари. А марш транспорт. Рейс, рейд. Ралли. Что за ралли можно сделать? А, цель. Цель ралли может быть другой город. Отряд может быть. Ну, это, наверное, какая-то помощь, я так понимаю. Дипломатия, команды. Варлорды, дистрикты, кстати, сделать, ранги повышать, награды можно выдавать. Ну, так, видите, лояльность, допустим, у наших ребят некоторых. Не особо высокая. Может, в тренинге, кстати? Да нет, вроде бы. Нет, тренинг это именно тренинг. Закончить ход, кстати, что я вообще не понимаю тогда. Патруль, трейд, фермер, репэр. Или, может быть, нужно просто покупать? А ну-ка. Допустим, вы втроем. Не, здесь чисто еду можно купить. В драфте тоже мы не можем. Репэйр, может быть, репэйр. В общем, из-за того, что версия не русская, я, конечно, не могу найти, где осадки закупать. Я помню, что где-то как-то можно было это на самом деле делать. О, Юань Шао решил стратегию Баррейдж применить. Почти 1200 выбил, это, конечно, неплохо. О, еще из отряда Юан Шао, какой-то офицер, также тактику применяет, Mounted. Мощно, да, мощное число. Опять приблизительно 1400. Ну все, наших вообще конкретно развезло. Шэнпэй теперь. Тут 1000.
Ну, само собой, с тактиками это намного быстрее все это захватывается. Но, как видите, Жао Юн вообще не собирается сдаваться. Причем сдаваться от слова совсем. Но Жао Юн, конечно, ну, максимально крутой. Тут ничего, нечего даже говорить. Был бы у нас подобный офицер, мы бы тут, конечно, лидировали на этом поле боя. Йонг Си юнит тоже применяет стратегию Mounted. Видите, кстати говоря, они какую-то защиту применили. Все, потери минимальные. 88 лишь выбили. Ну так, как видите, без осадки у нас тут просто бесполезная. Мы лишь в форт пытаемся заходить, в котором, ну, от которого ни денег, ни еды, ничего мы не получаем. Он просто удачно стоит в таком месте, чтобы как раз не дать. А вот они уже, кстати, подкрепление выпустили. Юан Шао юнит тут. А, мы снова задефали. Снова заблокировали нашу тактику. И плюс 17 тысяч и на помощь идет. Да, у нас 1000, как видите, отступает. Даже уже не 1000, а 700. Жао Юн там опять волей делает стратегию. Я так понимаю, он полностью какой-то отряд тут даже уничтожил. А, тот, который как раз и отступал. То есть он не дал им даже отступить. Ну, одна из основных, конечно, моментов в этой игре всегда было то, что нужно как можно более большее войско направить на врага. Большее войско, хорошие генералы, которые могли тактики использовать, ну, по силе, само собой, и все. И это была реально основная тактика. Да, вот мы послали из одного города, у нас было 25 тысяч, потом сколько, вроде 15, еще 10. Выжило это 22 тысячи. Давайте посмотрим, как наши теперь будут дефать этот форт. Цао Цао, кстати, я так понимаю, не смог? Да? Да и не просто не смог. Этот еще даже больше людей теперь имеет здесь намного. Цао, конечно, не сказать, чтобы тоже отставал. Ну и вот теперь новая битва за этот форт. Только теперь мы защищаемся. Давайте вообще посмотрим, где что еще происходит. Кстати, карта, да, вот она вот так вот, как видите, выглядит. Это тактика. Раннинг. Некая тактика, где отряды... Ох, ну это, кстати, мощно. И это, правда, против нас. 2761, охренеть. Вроде бы Матенг тоже ж кому-то войну объявлял. Да, вот его войска. Также применяют наши ребят тактику волей, которую Жао Юн активно использовал. Ну, у нас она, к несчастью, послабее будет. Понимаю, битва происходит за Тяншуй город. А, кстати, мы офицера, оказывается, захватили в плен, но вот он сбежал. Да, кстати, еще раз хочу вам показать карту. С тех времен, конечно, эта карта оказалась, знаете, ну прям совсем огроменной. И, кстати, еще одним из самых главных приколов был, это были вот такие вот какие-то, знаешь, варварские королевства, которые сражались сами за себя, они не могли никого не захватывать.
Но при этом, если они выходили на бой с кем-то, то это была огромная проблема, потому что, ну, вы можете видеть, их тут уже 300 тысяч. Их всего 4, они вот все по углам были. Но с ними, кстати, можно было, насколько я помню, попробовать заиметь дружбу. Если ты хотя бы с одним таким имел дружбу, то уже с какой-то стороны сражаясь, у тебя было в 10 раз проще жить. Вот вроде бы, да, вот еще одно, видите, тоже 300 тысяч. То есть начинать играть вот со стороны стен, где были вот эти вот королевства, ну, в частности, вот 300 тысяч мы видим. Это было всегда очень опасно. Всегда куда лучше, конечно, где-то в центре, как раз вот за Любея, за Цао Цао. Ну, Сунгваны тоже еще более-менее. Сунгван, он само собой, точнее Сунце, он само собой всегда старался нижние города все захватить. Ну и, соответственно, подружиться с этим королевством, так сказать, этих варваров условных. А, так понимаю, это именно все войска Матенага атакуют Лиджу. Но Лиджу, я так понимаю, скоро вообще сдастся. Давайте тогда понаблюдаем за этим. Будет, я так понимаю, первое взятие города на наших глазах. Тут плюс еще 10 тысяч идет. Наши там тоже сражаются, но за порт как-то менее интересно наблюдать за сражением. Вот за порт, или это лагерь, точнее. Кэмп, скорее всего, это. Здесь один отряд, конечно, сильно страдает, у него уже 7 тысяч. А не, это отряд вошел в город. Тогда я, конечно, не сильно понимаю, что тут. Видите, из-за флагов, из-за того, что вот эмуляция флаги нормально не показывает, тогда, скорее всего, нет, город не будет захвачен. Тут 40 тысяч, тут 7, тут 40. Ну да, если бы мы во все направили вверх, то, думаю, мы тут спокойно бы и отбились, и даже бы в нападение перешли. Там, ну, можно было даже вот его на него напасть, 21 тысяч. Хотя тут уже 11 куда более выгодным выглядит. Ну, видите, Вуван. В Уване вот сидит вот королевство некое, которое, конечно, тут весьма проблемное. А так, дальше одного Гонсунзана уничтожить. Ну, не Гонсунзана, а там, не помню, кто именно сидит. Но тоже из семейства или рода Гонсан. Ну, потом что, с этим разобраться? Ну, возможно, с Цао Цао начать. Если бы я играл за Юан Шао, то да, скорее всего. А, ну еще и Конронга здесь можно было бы через порты спокойно попинать, и вот дальше, думаю, да, с Цао Цао бы пободались. В общем, вот, друзья, такая вот она была, девятая часть романса, первая, в которую я поиграл. На самом деле, приятно в нее вернуться. Даже если бы она была на русском, то даже было приятно в нее, на самом деле, поиграть. Как было бы более понятно и осознанно, что я делаю. Там, конечно, какие-то махинации я тут все равно помню и сделал их. Вот проблема с осадками, конечно, совершенно не помню, как их. Как их и где строить или покупать. Как видите, своя библиотека также есть по поводу разных понятий и так далее. А на этом, в общем-то, друзья, тогда всем спасибо за просмотр. Можете подписаться, нажать лайкосий, написать комментарий. И оставайтесь, положить нам настроение в эти непростые времена. И всем спасибо за просмотр. Думаю, еще увидимся.